Я на самом деле не очень-то хочу записывать обзоры на каналы, давать в них какие-то советы. Дело в том, что желающих на обзоры очень-очень много. При этом, чтобы выпустить полноценный обзор, нужно сесть за канал, просмотреть его, просмотреть статьи. То есть времени может уйти довольно много. А поскольку, как я уже сказал, желающих очень много, то у меня получится, что весь мой канал на YouTube будет состоять из обзоров каналов на Дзен. В общем, не очень классно получится, но главная проблема даже не в этом. Главная проблема в том, что большинство каналов, которые мне прислали на обзор, они как бы, ну, у них одинаковые проблемы. Очень часто присылают такие каналы, где 7 статей и говорят: «Оцени, пожалуйста». Ну, а там, по сути-то, оценивать нечего. Если бы автор давно писал, пробовал, и у него ничего не получалось, это одно дело. Но иногда авторы даже не пробуют, просто сразу сходу говорят: «Вот держи и оцени». Но как бы я предлагаю сперва попробовать, посмотреть, что получается, что не получается, написать побольше статей и от этого уже отталкиваться. Но сегодняшний обзор я сделать просто должен. Просто должен, потому что давно обещал. Давно обещал, но постоянно откладывал. Говорил, что пока что времени нет, что скоро выпущу. Вот только некоторые ролики свои доделаю, вот только вот эту вот тему освещу. И вроде как откладывал, но похоже придется делать. Итак, это канал одной красивой девушки, называется «Простые движения». Тут еще, кстати, один вопрос, вернее нюанс, вернее проблема возникает в том, что я в женских темах не очень-то разбираюсь. Но, к счастью, это не какой-то бьюти-блог, где я вообще полный профан, поэтому я посмотрю и постараюсь дать дельные советы. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте «нравится», и мы начинаем. Ну давайте уже просто не будем болтать лишнего, перейдем к каналу и посмотрим, что там. Итак, вот канал «Простые движения», аудитория у него 780 435, то есть канал такой довольно немаленький, подписчиков 6703. Такие каналы не так просто обозревать, потому что у них уже есть своя аудитория, свой стиль. Рекомендовать им кардинально что-то поменять, наверное, было бы неправильно, потому что, ну, человек уже пишет о своей жизни, свои статьи. Вот, кстати, интересно, бабушка со мной не разговаривает, потому что я за Путина. Респект бабушке. Ну, мне прям интересно, я сейчас посмотрю даже, что тут. Бабушка редко смотрит телевизор, а если попадается так, что какие-то новости идут, то у нее портится настроение или наоборот, вызывает смех, когда показывают политиков. Она мне кричит: «Яна, иди скорее, твоих стендаперов опять показывают». Или что тут еще? И не понимает, что сейчас все по-другому, что Америке скоро кирдык, и что Европа почти развалилась и загнила. А бабушка мне, она с 70-х все разваливается, да разваливается, все никак не развалится, а ты веришь. Ну, я так понимаю, это сатира, причем очень хорошая сатира, на мой взгляд. Очень прикольная статья, ну ладно, вернемся. Итак, что у нас тут? Ну вот последние две статьи. Канал вроде личный блог, но у нас здесь про Югославию, и у нас здесь военные, которые идут на параде. Это даже хорошо, что сейчас нам плохо. Из заголовка не очень понятно, о чем статья. У нее уже есть 285 дочитываний, но сама по себе статья довольно абстрактная, то есть конкретики тут никакой нет. Реалии жизни закалили нас настолько, что никто в мире не способен сделать нам хуже. Санкции нам лишь на пользу. Видимо, статья про бабушку не была сатирой, и я ошибся. Мы огромные и сильные, мы великаны, шагающие по планете. В общем, я про что? Про то, что статья довольно абстрактная, и, на мой взгляд, это не очень хорошо. Почему не очень хорошо? Ведь вроде бы как она начала набирать вот эти 285 дочитываний, опубликовано уже сегодня, но дело-то в чем? Такая абстракция, в принципе, может повлиять на карму. Вот, допустим, у нас есть карма, здесь у нас есть такой луч качества. Если присмотреться, то тут высокая стоимость создания – это количество вложенного в публикацию труда. Его можно оценить по ряду косвенных признаков, таких как наличие собственных фотографий. Здесь у нас собственных фотографий нету. Ссылок на авторитетные источники информации, цитат, цифр, фактов и других данных. Ну, то есть вот это вроде как бы цитата, но цитата из песни, никаких фактов, просто абстрактное рассуждение. Почему статья набирает? Потому что у нас здесь есть слова «сейчас нам плохо», на фотографии военные, которые идут вперед улыбаясь, и вроде как получается, что вроде как плохо, но это даже хорошо, и такие реваншистские настроения, которые сейчас популярны, поэтому, возможно, она еще больше, конечно, наберет. Но в целом, я думаю, что это не очень классная идея писать абстрактно статьи. То же самое, думаю, тут про Югославию. Никакой конкретики. А я так понимаю, авторка, как говорят феминистки, была в Югославии в качестве туриста, где-то я здесь видел фотографии и статьи на тему Югославии. Ну, не суть. Так вот, если уж поднимать эту тему, то как можно было бы улучшить эту статью? Добавить какие-то авторитетные источники, опять же. Добавить годы, то есть в каком году там началось. Название мест, о которых идет речь. Вот здесь, допустим. Но каков был итог? На короткое время натовское командование встало в ступор, увидев десантников, ставших щитом, поддерживая сербов. Можно было упомянуть, что это аэропорт Слатина. Что это было в таком-то, таком-то году. Бросок на Приштину совершила такая-то, такая дивизия. В общем, если добавить фактов, то статья однозначно выиграет. Что еще? Давайте посмотрим. Почему одежды остается все меньше? Довольно провокационный заголовок, я так понимаю, автор очень любит рисковать. Я, кстати, заметил, что тут очень много таких вот опасных статей, скажем так.
на грани, что называется. Типа вот, свадьбы не будет после того, как узнал, кем работает мой жених. Хозяйка квартиры выставила вещи за долг аренды, оставив у себя мой паспорт. В Дзене в целом можно писать жизненные истории. Главное, чтобы они выглядели как настоящие реальные жизненные истории. Чтобы это так выглядело, нужно добавлять свои уникальные фотографии. Какие-то факты, опять же, имена. Ну то есть даже когда Талокера проверяют статью «Контентный спам, не контентный спам», у них там есть инструкция, что желтыми статьями считаются те статьи, правдоподобность фактов в которых невозможно проверить. И чем больше будет в статье доказательств, что вот так все и было, тем лучше для статьи. Блин, какой неприятный подъезд. Тут хорошо, что есть хотя бы лицо автора. Я вот не думаю, что вот эти фотографии уникальные, но может быть, может я ошибаюсь. Если говорить о том, что сейчас можно улучшить на этом канале, я так понимаю, вот эти вот две последние статьи — это такой эксперимент, будет лучше или не лучше. Если продолжать эксперимент в том же направлении, то лучшим вариантом будет вот в таких статьях добавлять факты. Плюс, если говорить вот об этой статье, если это личный блог, авторский блог, то указать, что тогда-то я была в Югославии, общалась с сербами, что они об этом думают. То есть из статьи, чтобы было понятно, кто такой автор, почему его волнует данная проблема, тогда уже мы читаем историю о живом человеке со своими переживаниями, а не какую-то абстракцию. Плюс вот здесь бы я, конечно, на абзацы разбил бы вот этот вот длинный текст. Вот. Если продолжать направление жизненных историй, то тут что можно улучшить? Можно попробовать делать прям профессиональные фотографии, брать для каждой статьи. Причем уникальные. Вот, допустим, я знаю, кто спустил колеса моей машины и за что. Вот эта фотография, скорее всего, взята где-то из интернета. Ну, потому что вряд ли кто-то захочет протыкать колеса на машине. Можно сделать фотки под ситуации самому. То есть, ну, не обязательно протыкать колеса машины. Можно взять нож, можно взять колесо какое-то. Просто подойти к машине и попросить кого-то сфоткать ту же руку с ножом у колеса. И, в принципе, у статьи будет уже своя уникальная фотография. Можно пойти еще дальше и заморочиться, и делать прям профессиональные фотографии. Я как-то в одном из видео говорил, что нарочито-постановочные фотографии, они не очень хорошо на Дзен заходят, но там дело в том, что они прям взяты с фотохостингов, и это видно, что они взяты с фотохостингов. Прям обработка у них, там такие глянцево-пластмассовые фотографии, вот такие, да, не очень хорошо заходят. Но профессиональные фотографии прям профессионального фотографа, они не выглядят такими пластмассовыми, и в принципе, если есть возможность, можно заморочиться и попробовать вот их ставить. Но опять же, как я говорю, главное в статьях это заголовки. Тут в принципе заголовки интригующие, автор заголовки умеет составлять, пусть они хоть иногда и на грани. Некоторые статьи, может быть, не очень хорошо заходят, просто потому что тема неудачная выбрана. Или из некоторых статей просто непонятно, о чем они. Вот в неудачный момент мои случайные фото. Вроде как, если внимательно прочитать, то станет понятно, о чем статья, но у нас люди не очень любят вчитываться, поэтому чем проще заголовок, чем он яснее, чем понятнее, тем лучше. Ну а так, в принципе, превьюшка для статьи хорошая, то есть эмоция на лице какая-то, человеческое лицо, которое смотрит на зрителя. Собственно, вот, это то, что я сейчас заметил при просмотре этого канала. Собственно, вот, все, что увидел, все, что хотел сказать, сказал. Мое мнение, опять же, повторюсь, не истина в последней инстанции. Если кто-то считает, что я не прав, пожалуйста, это его мнение, может делать так, как ему заблагорассудится. Я ни в коем случае не настаиваю. Как будет дальше развиваться эта рубрика «Разбор каналов», я пока не знаю. Возможно, ее нужно как-то подредактировать, изменить, но потому что в таком виде, как сейчас, она не очень хорошо работает. Ну, посмотрим. Ну а у меня, собственно, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится, на Инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч!